Этого достаточно. Нет. Итак, друзья, ну что, всем привет! В эфире Strike, Slam и это Киберарена, StarLadder, вернее, да, это StarLadder. В очередной раз приветствую. В очередной раз приветствуем. Это StarLadder TV, и мы сейчас с вами будем смотреть матч Virtus.pro против команды Dudut. Они, как видим, на ваших экранах уже. Так, походу Virtus.pro выиграли да, ножи. Да, выиграли ножи, они останутся в атаке, естественно, в защите будет играть Dudut. Ну, микс из игроков, вот, крепких парней, которые, в принципе, ну, вот они чуть выше среднего уровня, они себя показывали. Ну, кроме Изнил играл на высоком уровне, он там даже SK Gaming выступал на турнирах, карал. Прозвище у него Человек-Фамас, потому что с этой легендарной пушки он стреляет круче, чем любой легендарный игрок на нашей планете. Ну, и кстати, остальные вот игроки, тут вот Bronx, Кейс, Мане, это чувак, которого взяли в Fnatic, он был несказанно рад, то, что с ним подписали контракт, но на следующий день его убрали из команды Fnatic, взяли обратно Питу. Такая была история, конечно. Порадовался недолго. Да. Кстати, вот Знил очень похож на одного нашего украинского киберспортсмена, это Вадим Белоусько, он же Слон, он же Инферн, он же просто Вадик. Ну вот, копия идентичная, ну и в принципе очень жестко он попадает, точно так же, как и Вадос. Мы даже думали в какое-то время, что это братья, которых просто рассоединила судьба. Ну, послушай, они вторые ножи играют. Либо они там что-то не то сделали, либо куда-то как-то так. Ну, пока, как видим, в принципе, ситуация здесь повторяется, которую вы не видели. Был рекламный ролик в эфире. Ну, и тут Знил вот это Знил. Вот просто вот так ну, вот Знил, вот такой вот Знил есть. Минус 4, да? Просто минус 4, да. Совершенно на морозе. Ну, естественно, ну и в итоге Virtus.pro начинают за дефенс. Да, и здесь уже будет не так все просто, не так все гладко. Возможно, возникнут проблемы с учетом Дедаста второго. Хотя мне пока неизвестно насчет второго Дедаста у Virtus.pro. Но на последнем чемпионате вроде бы они его даже как и не играли, если я не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться. Ладно, давайте приступим уже к просмотру. На самом деле у них очень интересный второй DAS, потому что вот реально могут насобирать 4 АВП. Но вот это будет, конечно, слишком жестко. Так, видим, у нас пошла аркада от шведов. Бегут они по парапету через темный. Ну, Мане быстро проходит, 4 хп с хэшки остается. Открывается против парня в упоре. Ну, у него получилось, в принципе, спугнуть позицию, они отбили, может в нижней отсидеться. Хьюген сбивает длину, не дает Хаус отстрелиться с просвета. Идет врыв под флеш на длину, и это кучер уничтожает. Вообще аркада была 3-2. Двое бежали по длине, трое по парапету, ну смотри, и вот сейчас они могут на самом деле проиграть парапету. Вот если здесь. А, тут нет, юсп есть, юсп не взять. Просто ну вот смотри, сейчас шведам вообще нет смысла выходить с парапета, потому что их принимают сразу 3 игрока. Ну и вот да, понимают, это шведы, они и должны. Знают. Тут есть валик, тут есть валик уйти, просто они, походу, не знают, где Лекс. Они не знали, была стяжка с Б, либо не была. Там, ну. Многовероятно, они боятся чувака с мидла, именно с мидла, который. Ну вот смотри, Знил как раз и чекает его сейчас. И по идее, вот ребята сейчас должны решать, куда они пойдут дальше. Ну а видим, Virtus.pro оккупировались на базе А и будут играть вот такой вот. Ну, до последнего, как бы. Им не имеет смысла на самом деле уходить. Даже если бомба будет Б, я думаю, они, имея вот весь вот этот свой опыт, вполне спокойно пройдут с тремя пушками. Ну, посмотри, там уже по ХП все не так-то гладко. У Virtus.pro два красных игрока. Ну, в принципе, позиция, Юрец решит здесь сейчас позиция просто. Вот Эвил зашел на чек в парочку, как видим, дал инфу. За ящиком нету, USP атака не забрала, и вся. Ну, вот это, кстати, очень грамотное решение от Virtus.pro. Вот решили они втроем поджимать одну точку. И вот должны сейчас Мане наказать. Первый выходит Эвил. Ну, тут уже просто в прыжке сразу раздает. Да, бомба сейчас будет установлена, и вот теперь по Virtus.pro понимаешь, что. Ну, Знил 86 хп. Давай посмотрим, вот с ножом он был хорош, посмотрим, что он будет с глоком делать. Да, это интересно. Это будет очень, очень прикольно, наверное. Ну, как видим, заходят и Вилтешка, два, щепка, Лекс, и вот это сразу каска. Видел второго, знает о Тэшке, Тэшка вышла, отошел. Грамотно играет, очень грамотно разыгрывает ситуацию, но от Ивила не уйдешь, и это ну, вот месть за Knife Round. Да, вот. Миша Ивил очень крепенько и убил первого, не дал в себя даже при этом попасть, ну и со вторым разобрался точно так же. Пистолеточка такая неплохая за Virtus.pro на самом-то деле. Могли проиграть, но тут опять же больше косяк шведов в том, что они долго. Ну не скажи, стояли. Там было очень грамотно, откидали парапет и при этом, потеряв одного игрока на длине, сделали четкое выбивание. Шведы и могли вообще взять раунд, если бы они сразу пошли на Б. Если бы они прочекали мидл и рискнули, просто рисковать не хотели, чтобы один там в 3 не остался. Так у них аркада была 3-2 длина. Ну, я тебе говорю уже пост ситуацию, то что когда парыч не вышел. А, типа Мане, парыч. Нет, ну там на самом деле это ошибка Мане. Мане почему-то ну, решил да. остаться и. Я говорю шведов. Ну да. Как бы.
То есть я сразу на всех сваливаю, конкретных не выделяю. Так, смотри, там хаос разбирается на парапете, сделан уже минус 2, ну и остается стрелять с USP. Вот хочет он, явно хочет вражинку. Ну вот, Лекс ему там бежит помогать, но нет, тут в Лекса влетает флешка. В итоге Пронокс там как-то умудряется делать минус один. Ну, Хаус тут уже должен добивать, по сути, но вот что-то из него не хочет сдаваться. Не, он зашел здесь наконец-то. Лекс, дождался он своей добычи. 2-0. У Virtus.pro все еще есть шансы. На самом деле. Я имею в виду в плане, в общем, на чемпионате на этом они могут во второй групповой этап попасть. Ну, конечно. Шансы остаются. Проиграли всего лишь одну игру, но если выиграют оставшиеся две, то по-любому проходят дальше. Тут еще фишка в том, что как бы они-то команда, а против них играет Микс. Вот тут надо понять пацанам. Ну, на самом деле, вот знаешь, против Микса иногда даже труднее играть, чем против команды. Ну, потому что Микс играет более рандомно. Ну да, и ты не знаешь, чего ожидать от Микса. Да, тут сейчас была попытка аркада, как бы Virtus.pro в Т-шку, но у них там ничего не получилось сделать в итоге. Отошли. Ну, там еще Хуч пытался там по миду что-то в начале раунда изобразить, но тоже не вышло. Ну, разменялись хп, в принципе, по Зилу неплохо попали, но, как видим, все равно атака занимает свои позиции, плюс есть Хьюген под Бэплентом, и это, на самом деле, хороший знак для шведов. Ну, точка давления, правда, с бомбой. Вот, если бы он здесь минус давал, конечно, было бы вообще великолепно. Дальше смотри, там Пронок нормально уже отвлекает на парапете, вот. Мне интересно, насколько сейчас Ивила хватит у банки, просто пойдет он аркадить на кейс или нет. Если он пойдет, даст фраг, будет круто. Так, Пронокс... смотри, Virtus.pro отдали точку Б, вот стягиваются они сейчас в миду, и вот будут как-то пытались отстрелить в 2D миду, но там никого не нашли. Так, Митю здесь пока что набрили прострелом. Оп-оп-оп, Парыч падает, в итоге минус куча, и пошел проход на Б. Хьюген с бомбой, изнил с ним в паре. Ну, и... вот этот вот тот отличный раунд, вот, который... А вот изнил у Фомаса не хватает. Фомаса... Ну, тут да, вот хедшот пошел опять же в стиле изнила. Ну, такой шведский наглый стиль игры, вот, по-другому. Ну, получил он много с АВП от Эмиля, и в итоге ситуация 3 в 2, при этом Пронокс красный. Ну, после такого нагревания засейвить надо, по-моему, здесь сейчас. Ну, да. По-любому девайс, как бы. Не пойдут выбивать, очень далеко находятся, ну, и, в принципе, не по шансам. Красный хаос, который говорит... Ну, Пронокса отправили красного искать. Не, по-любому будут искать, потому что второй раунд, и нельзя давать засейвить девайсы. Ну, это и терять да. Их тоже нежелательно. Да. Кирчнет играет правильно тут весь, говорит, мы знаем, но... Да, тема в том, что они не начали, HLTV не реконнектнулась, и мы пошли смотреть Virtus.pro Dut. Ты скинул нам HLTV, но там ничего, карта не поменялась, ничего, они ушли на другой сервер просто, походу. Как бы, ну, может, будем смотреть Virtus.pro. Как бы, все, 2-1. 2-1, объясняем мы судье Вейсу, что вот такие вот дела. Не, ну, серьезно, просто, как бы, команда... Дайте HLTV, плиз. Ну, HLTV было, я его кидал в стиме, но фишка в том, что там сменился вообще сервер, сменился, естественно, HLTV, который мне просто потом снова не скинул. Да и задержка игры как минимум на полчаса, поэтому мы были вынуждены просто... Идти что-то смотреть, потому что вы здесь все собрались. Так, Скерч уже там с Дакармой сейчас решает сыграть. Так, смотри, закупились у нас Virtus.pro. С интересным таким... Ну нет, а Mavic вот есть, но все равно 5 в 3, здесь кейс открылся, все тупой, чистый, план чистый, на эшках никого. Ну, по факту догадываются грибах, угребление парочек играют в ВП. Вот смотри, как нагло врывается. Ой-ой-ой, это Мэвил, ты набрил, он знает про мид. А, все, хаос закрывает мид, не давая Проноксу пройти в спину к Ивилу, Ивил просто закрывает спокойно Т-шку, еще один фраг, и по факту он спасет всю ситуацию. Слушай, нормально ломают. Не, вот сейчас скажу. Миша очень грамотно играет, не отдается, откидывает флешечки, ну и в итоге вот Virtus.pro берут третий раунд. Ну вот. В этом раунде четко нарешал только Эвил, потому что вот если бы не его наглость, он просто один... На самом деле вот иногда это мешает, а иногда помогает. Вот. Ну иногда. Потому что он мог просто зайти, его бы законтролили, но ему повезло, что как раз игрок доставал флешку, и он зашел и убил его без размена. Ну вот второй хедшот в Т-шку, конечно, был уже поинтереснее. Нормально. Ничего не происходит, вообще ничего. Итак, продолжаем смотреть с вами матч. Слэм огрызается. Ну, я не огрызаюсь, просто на самом деле я объяснял, я туда просто приходил и объяснял, чем здесь занимаются и что здесь нельзя делать. И люди не понимают тебя с первого раза. Давай, ладно, давай забудем. Когда они тебя не понимают со второго раза, надо включать БК. Ну, интересная логика. Ну, а как по-другому? Так, давай смотреть. Вот смотри, товарищи шведы потеряли уже втроем почти все хп. Где это произошло? Это произошло это на длине. Это все по длиной. Они там по длиной тусовались, напоролись. Ну там в перекрестном огне вот стояли. Сейчас у Ивила есть шанс разыграть красиво.
Первый минус есть, у него есть шансы на самом деле еще второго собрать. Ушел от флешки. Ждет следующую. Нет, маны разыгрывает против хаоса. Эйвил набивает маны. Да-да-да. Вот это Эйвил. Ну, Эйвил что-то разошелся, да. Знил даже просто расстроился и пошел разбился после этого. Он не смог пережить как бы такое потрясение для своего коллектива. 4-1, 3 раунда преимущества у Virtus.pro. Неплохое начало, на самом деле, для ВП. Ну вот очень было важно то, что они отдали третий раунд и сразу же взяли четвертый. Вот для экономики атаки это вообще полная беда. Видели, мы с вами закупались только что диглами, и там вот у кого-то выборочно были АКМы, ну и теперь полностью сливают. Так, ну там сейчас опять, походу, выявило звездный час наступает. Но ненадолго, звездный. Ну ненадолго, да, только на минус один. Забирает маны, есть девайс, сейчас будут шведы пытаться его забрать. Ну, наверное, вот оп-оп-оп, нет, девайс унесли, хаос зажал, минус три. Вот это вот хмельницкий кейс, зажим, от него никуда не деваешься. Вот просто через всю длину Леша садится на пукан и плотно зажимает. Знаю это, играл с ним неоднократно, и вот... Леша такие вещи. Да, он таких не отпускает. Для него это сладенькие. Эх. Ну и на самом деле шведы могли забрать девайс, разыграть его нормально, только девайс упал. Там, где Леша сел и зажал. Вот это именно вот туда. На самом деле Эвил был приманкой. Самая пасочка. Включи, пожалуйста, стримчик. Включи его, пожалуйста. Чтобы мы параллельно могли смотреть, как там трансляция. Да, нажми рефреш. Просто понимаю, друзья, что немножко подлагивает, но опять же, все из-за оборудования. У нас его пока что нет. Как бы более крепкого, стабильного. Так, маны делает первый минус, убивает Лекса, убивает он его. Где же он его убил? Он его убил на медле, он снес мид, там стоял Леша, его убили, в итоге они разменяли сейчас с пары, чем забрали хаоса. Так, смотри, вот ВП играют очень интересно, тут полностью отдают Б. Ну смотри, тут сейчас Хьюган, если пройдет раньше Ивила, как бы и возьмет на чек грибы, то... Не, все, Эвил увидел, Хьюган тоже, все, Б уже закрыто, влетает флеш. Слышь, а Эвил, походу, как секретное оружие какое-то. Его используют то на длине, то на Б, и он все время принимает точку 1 и Эвил, убивает как минимум двоих. Эвил в интернете на самом деле себя очень комфортно чувствует. Вот, не то чтобы он на лайне плохо играет, я именно про то, что вот в интернете Эвил просто вот нон-стопом шведов любит. Очень любит. Ну, подходят они просто под него. Посмотрите еще, шведы передумали, решили играть без Б, Хьюган отошел, сыграли через мид. Но они просто понимают, что на Эвила идти не по шансам. Но они попадают сейчас просто на Эмиля. Вот Эмилька-то здесь, я думаю, вряд ли простит парням. Так, вот простил первый раз Эмилька, но и сейчас будет исправляться. Есть первый минус кучера. Тут размен флешками пошел, и все, тут уже кучер белый. Ну, надо что-то с этим делать. Сейчас будет чекать с просвета. Минус мана, отлично. Проход в ленд. Ну вот, если так прет Эмиля, то уже шведам тут ничего не светит. Ну, настроились ребята, что я могу сказать. Как бы они сейчас проиграли игру, да? Вот Мить говорит, что играли просто вот именно плохо, играли сами. То есть ничего там такого не показала команда Инта. Ну, может, все-таки показала, потому что Virtus.pro обыграть не каждый может. Ну, да, да. А, ну, вот играли парни вот как-то расхлябанно и то ли не собрались. А вот тут видно, что сразу берут быка за рога с самого начала матча. Ну, или кота за яйца. Аркада Б у нас ну, с диглами. Митек принимать. Вот идут там слад. Там не все диглы, кстати. Ой-ой-ой, зажим от Мити. Кучер, помощь. Лекс тоже. Манная. Ну, заварил манную кашу из Лекса вместе с кучером. Красавчик, конечно. Убивает еще и третьего. Продолжает просто уничтожать. Но Ивил здесь уже наказал. Просто взял и наказал. Что это такое? Ну, знаешь, Митя только что сыграл, как будто он принимал точку 1. Вот ему не стоило дропать кольт, он мог спокойно спрятаться за текстуру, успел бы перезарядиться, потому что из ворот его прикрывало двое тиммейтов. Ну, вот видно, вот, не знаю, вот как-то он сыграл, как будто вот реально был один. Ну, может, он просто думал, что вот-вот-вот они бегут, но они же топают, знаешь, бывает. Нет, ну ты же знаешь, что у тебя вот... В воротах как минимум один чувак. Смотри, интересный расклад Лекса, ВП на парыче. И он прям как знал, что будут шведы разыгрывать быстро парапет. При том, что играли они не ближний стрейф, дальний стрейф, а тупо кейс. Пошел по какой-то хрен, открылся, получил сразу от Леши с ВП. Неграмотно. Пронакс на размене. По центру минус кучер. Притом тоже с парапета вообще как-то... Да, кстати, Virtus.pro играли в 2 ВП. Они... ВП так... в мидле, а ВП на парапете. Ну вот. Лекс сейчас будет просто легендженировать пацанами. Нет, ну вот тут я больше... склонен сказать то, что шведы очень мрачно выходят с парапета. Ну, они настолько мрачные, что да. Ну, быстрее, это безобразие. Выходит ну, по одному. Лекс X3, все, Лекс видит четвертого, но маны не дается. Алеша и маны плюс Нил. Ну, 3 в 2, смотри, грабельная ситуация. На самом деле, Нил забирает длину, все, длина открыта, можно ставить бомбу, хаос, КТ, респ. И Хуч единственный, вот сейчас у кого будет преимущество, если он зайдет против Знила, правильно. Так, смотри, там Хуч заходит. Знило, походу, уже слышал. Должен был либо слышал, либо все. Теперь Знил точно услышал. Это уже ошибка от Мити. Нужно было сыграть внимательно, но не знали, что так сложится ситуация, что длина будет поставлена. В итоге осталось дождаться хаоса. Ну, хаос играет здесь как-то против
двух игроков. Понятно, что из такой ситуации выбраться не каждому по силам. Да, ну и по силам, только если случайно. Так что 2-7. Ну, второй раунд для шведов, но для Virtus.pro это, по-моему, ничего не меняет. Они на том же моральном настрое, как бы на том же уровне концентрации будут продолжать. Ну да, ну вот... играть в свой Counter-Strike. Просто даст вот настолько рандомная карта, ты как можешь набрать 15 раундов за дефенс, там, ну, 13-14, также ты можешь потом за атаку с такими же напрягами проигрывать все раунды подряд. Ну, в принципе, да. Но я думаю, Virtus.pro что-то в атаке есть здесь готовое, потому что будут они стоять против микса. Ты же знаешь, что на парапете, точнее, не на парапете, а на единице будет стоять Знил с Фомасом, ну, да, который будет просто не прощать. Единица. Это подъем на апленд. То есть просто подъем. Подъем, да. Ну, по длине, когда проходишь, подъем, да, подъем не стоит. Да. Ну, все, понял. Единичка. У нас так. Это просто подъем называлось. У нас единица. Единица. Не, на самом деле карта лучше. Вот на картах обозначение всегда лучше называть цифрами и не называть их подъем, все такое просто. Ну вот понимаешь, вот у нас проинфа. Ее даже просто, я если буду говорить чисто по точкам, то ее не все будут понимать. Никто не поймет, даже скажу, как бы. По-моему, кейс, это был, кейс, по-моему, кейс, это был дабл. Да-да-да, кейс хорошо, я сейчас по попе ножом прошелся просто. Своему тиммейту Хьюгену он там зарезал. Не, не Хьюген. Так, смотри, а шведы вообще сделали развод, и вот за это могут поплатить. Хотя нет. Ну, если Ивил Виртуса сейчас... даже не понимает, а что Ивил, бомба смотри, стоит на Б. Ивил идет ва-банк, да, он, смотри, он чекает, понимает, что плент пустой, там был маны где-то. Маны на подъеме, 42 хп, ну, тут минус Ивил, скорее всего, сейчас будет просто... Ой-ой-ой-ой, минус Ивил, все. А Ивил дал инфу, что бомба Б, хаос просто остается в КТ, никуда не идет. Минус 2 себе, правда, дает, остается 1 в 2. Вот это вот ситуация такая неплохая. Увидел одного игрока на Б-планте, но, наверное, будет сейвить. Если Авик был где-то у кучера, то нет, Авика не было. Нет, ну тут хаосу будет мешать засейвить, и да, вот с ним вот как раз его и казнит. Ну вот чувствовать, начинает входить во вкус русской крови. Дуд-дуд. Шведы начинают понимать потихоньку, как можно бороться с их заготовками. Ну, вернее, с их стилем игры. И пока. Пока все происходит, как происходит. Ну вот знаешь, вот до этого было видно, что шведы вот именно проигрывают раунды четко на ошибках. То есть нельзя было сказать, что Virtus.pro берут, потому что сыграли они супер круто. Ну да, да. Просто да. Шведы очень грубо ошибались. Просто это микс. Просто это микс, где я уверен, большинство сейчас относится вот к этому матчу, как бы, ну, как более фановому, знаешь. Они просто хорошо проводят время, им прикольно, им надо это отыграть, они сидят играют. У них нет напряга, у них нет, вот знаешь, ответственности какой-то. Да, вот да, да. А это так распускает крылья и... Вы можете взять просто 6 подряд, а потом с такими крыльями лететь вниз на дно океана. Вот так. Ну, Virtus.pro Eco, как видим, здесь особых церемоний не изобрели, кроме вот кучера. Так, тут вот интересная Таури. 2D сейчас. Просто сожрали Хьюгана, прям на двоих взяли и сожрали. Он, по-моему, просто не ожидал, поэтому подпрыгнул даже от испуга. Да, он был в шоке, то, что будет стоять такой тауэр прикольный. Вот это Юра уровень. Что именно? Тут продолжается. Ну вот у Virtus.pro, видишь, они просто, смотри, такой ситуации доводят. 10 секунд до бомбы, кучер себе еще АВП настрелял. Сейчас подождет, когда бомба взорвется, пойдет вперед. В порядке, да, 2 юспа с Таура разыграли, какой ситуации привело. Вот она, невнимательная игра шведов, опять же. Да, вот показывает то, что это микс. В очередной раз мы видим то, что бегут, стреляют, им по барабану, что они теряют девайсы. На экономическое состояние им также наплевать, и в итоге вот минус 5, потерянные девайсы, и за это могут, кстати, поплатиться. За это могут очень сильно поплатиться. Ну и в итоге 3 раунда Virtus.pro за собой оставляют. Им раунд, в принципе, здесь до победы, но я, кстати, поставлю на 10-5. Я думаю, сейчас ВП будут стараться на 10-5 здесь выйти в любом случае. 10-5, я думаю, ВП устроят. Не, на самом деле, на Дасте всегда приятно выходить за десятку. Вот всегда приятно. Ну да. Вот... Когда ты выходишь там за 10 раундов, у тебя там 11 или 12. Ты так счастлив. Тут, кстати, интересно, разыграли сейчас хаос. Да, был ключом. Поджим Тэшки, и вот поджим не совсем удачный, потому что размен 2 в 1. Не, они сыграли четко, но неудачно, опять же, только по размену. Ну и тем не менее, все равно ситуация более-менее... нормальная осталась. Ну, сейчас будет все зависеть от кучера. Как кучер должен убивать сейчас. Как он разыграет. Да, кучер убивает. Вообще он закрывает здесь полностью ноль. Они знают, что бомбу изнил, они знают, что один игрок, возможно, будет с Т-шки. Митя как раз, кстати, да, пошел смотреть. Все правильно, бы нельзя запускать. В итоге в упоре мане, он уже спустился. Ну вот буквально секунду в секунду Митя не угадал, а так чувство тайминга очень хорошее продемонстрировал. Посмотри, сколько у мане осталось хп. 4 хитпоинта, и это. 4 хп. Но, опять же, игроков-то 2. Понимаешь, ну и смотри, как будет разводить Эмиля. Вот полетел дым на Б. Все-таки Знил решил, что все-таки надо сыграть вместе. Но вот это, за это опять-таки же могут поплатиться, потому что Знил изначально шел на длину, и это был планировался делаться развод. Но в итоге решили все-таки. Так, смотри, включай Эмиля. Сейчас Эмиль должен с окна высматривать выход с Т-шки.
Ой-ой-ой, флешка, ему флеш дали, взорвалась. Там такая спина бежала сладкая, из медла открывается мана, добивает. Ну тут повезло на самом деле очень, вот буквально еще секунда. Если бы не эта флешка, то все. То Эмиль бы просто дал минус бомба. А, с меда мана я смог бы забрать спокойно, он же вышел. То есть тут он... Нет, ну Эмиль такой пацан, который может дать сразу быстрый фаст-зум и даже не напрягаться. Да. Но вот тут именно видишь тайминг. Вот в КС решает минимальный тайминг. Опс, Мане пытался здесь постреляться с Эмилем, но ну куда тебе? Ну, куда тебе до Эмиля, ну, да? Да, серьезно. У Эмиля здоровые стальные яйца, у тебя просто шведская АВП. А тут еще... А у Эмиля еще и с сальцом, там, с хреном, да. Ну, серьезно, ну как, вот он там встал вообще. Лагает жестко. Ну, лаги это, друзья, не они, кстати, не у всех. Лаги да, у это всех. Может быть у тебя что-то происходит. Нет, что... я вот здесь вот все лаги, все они написаны, какие были дропы, сколько было дропов, сколько куда ушло, и у нас два дропа. Это показывает, что система дропов работает, но дропов всего два, это вообще ничего. То есть, чтобы был лаг на стриме, да, и прерыв потока, должно быть примерно 50 тысяч. Так, мы с тобой протыкали, был уже второй минус от виртусов, и вот продолжают они убивать. В итоге хаос минус Хьюган, ну, бреет просто парыч полностью, и там Митя тоже завершил это дело, Леша еще ворвался в мид. Давай немного статистики посмотрим, что у нас происходит вот перед предпоследним раундом в первой половине. Так, ну виртуса идут очень вплотную, так, у них четверка идет 15, 12, 12, 11, и Митя что-то отстает, вот не клеится у Мити игра, 5 на 8. Походу он уже на мальчишнике. Ну да, Митя уже походу на мальчишнике, да. Голове. Но собраться надо. А у шведов плотно раздает Мане. Ну, Мане в интернете был всегда супергерой, как основание, как показала практика. Он не смог сделать и половины того, что Колон делал. Как бы, когда Колону сказали, что он читер и везде забанили, то он приехал на лан. Смотри, эко-раунд у шведов, выходят они в миду, ну, никого не получилось забрать из вертусов, и остается один кейс против пятерых, правда, трое из них красные. Но я думаю, сути дела это не меняет. Давай посмотрим за кейсом, посмотрим на зайчика. Ну, что-то не пошло, по-моему, да, Зигва? Ну, его просто зло накрыло. Ну, зло вообще зло, походу. Так, ну и что у нас там дальше есть интересного по оружию? Ну, Мане, да, у атаки, как видим, 12 фрагов, у него САК, АВП Пронакс, 3 фрага Мане еще с... Ну, короче, Мане два раза по факту как бы вписывается в стату. Неплохо, но можно лучше. 9-5, в итоге видим, ну, к 10-5 надо выходить в любом случае. Девайсы есть, байо-атаки, и сейчас будет играться очень важный раунд. Так, Ивил начекал в длину, но, в принципе, дэмэйджи не нанес, он сразу ушел, решил, что рисковать вообще не стоит. Нет, ну тут влияет. Просто шведы заняли длину, оставили там Пронакса, и Пронакс... Сейчас будет минус Парыч, да, убрали Знила, не дали пройти, там идет Хьюга. Ну вот видишь, как парапет играют, по одному заходят. Да, отвратительно играют, вот в надо, том-то и дело, что по одному. Надо вдвоем, там сейчас хаос просто, нет, хаоса закрыли, Кучер убрал Пронакса на длине, все отлично, Куч будет играть стяжку, но на миде осталось ключевое звено нападения. Ну понимаешь, вот косяк этого раунда, это был Пронакс, которого оставили на длине, вот, который... смотри момент, если Кей сейчас начнет что-то делать на миде, здесь два, нет, Кейза убирает, в итоге выход Б, и Хуч слышит. Вот у меня не работает правое ухо, но скорее всего, да, он слышал, увидел. Ну тут вчетвером против двоих будут выбивать. Ну, вот, ну тут вообще. Уже просто полез Мане, подарил бомбу прямо в щепки. Ну и Митя на уверенности врывается. Отличный хедшот. Это был хедшот в стиле CSGO. Там тоже, знаешь, вот ты стреляешь в чувака, который летит, а он как-то там умирает в воздухе, какую-то фигуру из себя изображает. Прям не знаю. Ну и Митя здесь тоже. Ну такой, зажег. Для дефенса 10-5 довольно-таки неплохой счет. Да вполне нормальный, вполне приличный. Я бы даже сказал, отлично. Очень отлично. Вот. Дальше, кстати, у нас будут по расписанию вообще Кирчнет, если их там холя. Если они начали играть до того, как нам весь сказал об этом, то печалька. Если нет, то нет. Вот как Слэм сказал 10-5. Видишь, да нет, тут просто всегда надо на 10-5 стараться идти. Вы идете всегда на дефолт. Ну, по факту 10-5 берет атака. Но карта даст 2, это рандом. Вы можете за защиту 10-5 взять за атаку. Сейчас посмотрим просто. Первый пистолет на самом деле покажет, что будет. Куда? Даже первый девайсный пистолет. Ну, все понятно. Хуча он посадили уже в яму. При том, что играет Хуч на юсп, но юсп играет Лекс. Лекс забирает мидл сразу. И тут готовится. Да-да-да, тут мясо смотрят просто вот все игроки. О, защита. Они сейчас наблюдают вот это вот пространство. Вот сюда пошел у нас Ивил. Вот он, это мясо называется в России. И вот здесь пытались просмотреть. Вот не, ну вертуса все делают грамотно. Вот отогнали парапет, и теперь при этом занята длина. Ну и смотри, весь дефенс шведов просто зажат на пленте. Ну вот, правда, по-прежнему на парапете двое игроков. Сейчас посмотрим, что тут с кейзом будет. Медление сразу сносит. Просто разорвали. Да, это мидл Б, и вот
Пронокс сделает минус хаос в мидле, забирает. Тут еще Митя есть, посмотри, есть Митя, Эвила забрали, Пронокс на Б, Кучер там с бомбой. И Куча Митя проходит с длины. Ой-ой-ой-ой, по Мите была инфа, он слышал плент, плент стоит, ждет его, если сейчас пара честь, кто? Нет, Мане приходит с КТ, респа, в итоге минус плент от Хуча. Слышит он плент, надо уходить, Мите просто. Ну, с разворота не успел зарядить он по Мане, в итоге Кучера просто со всех сторон Кучер забрали. Просто поставить сейчас, да, бомбу. Просто поставить бомбу на какое-то бабло, чтобы сыграть хотя бы волю попробовать. Прикинь, возьмет. Ну, не знаю, спорно, очень спорно просто. Слишком много игроков защиты в живых, чтобы здесь да, взять. Да, не спорно, шансов практически не было, ну а вдруг, я же а сказал. А вдруг? Вот был бы хайлайт у нас. Виртуса проигрывает пистолетный раунд за атаку, и счет такой скользкий на самом деле. Очень скользкий. Он просто очень-очень-очень скользкий. Не, пистолетка, ладно, вот девайс, если не возьмут, тогда... Уже можно будет, не знаю, бежать в аптеку. Слэм прокол не договорил. Да, не договорил. Ну что, приехал чувак на лан и начал раздавать. Все. Как бы, я просто видел его демки с лана, как он играет на лане. Ну, у него просто непонятный стиль. Ну это вот как Вадос. Это как Вадик, который выходил на нюке. Ну, есть у него выходил на нюке с мейна и за секунду до того, как чел вылезет, знал, где кто находится. Вот. Вот такой же стиль игры, как бы тоже бешеный. Так, смотри, Виртуса закупились, есть 3 дюгла, 2 АКМа. Ну, интересно, будет... и будут играть. 3-2. Будут играть по ходу длину, и то даже не ясно. Нет, смотри, Лекс. Нет, смотри, все стягиваются на длину. Вот. А там посмотри, 3Б, там если в принципе выбить одного Хьюгана, из него можно там сплитом зажать. Ну вот Хьюган куда-то вылез очень далеко, но в итоге Хуч, смотри, спрятался за текстуркой, Хьюган походу его не прочекал. Вот интересная у нас такая вот картинка получается. Ну и стягиваются на Б игроки команды Virtus.pro. Да-да-да, он его не видит, он вообще смотрит в яму, ой лол. Так смотри, Виртуса уже там на Б, а там 3D их ждет. Слэмчик, не увлекайся, да смотри. Я знаю, что там 3Б их ждет, но они, смотри, потихоньку стягиваются. Вчетвером будут заходить на Б, вот давай включай Пронокса, на него пойдет первая волна атаки. С окна ему будет хлопать Мане. Мне просто интересно, что там Хуч собирается делать. Ну где вот... ж ты? Ну Пронокс съел просто. Ну это минус плен, да, моментально да, забирает его. Окно изолирует Лекс, ну минус 2, плюс девайс у атаки, все, здесь брей, брата. Ну врывается кейс, дает зажим, сделал, минусует Хуча и ласт, как так-то, а? За секунду просто умерли все игроки команды Virtus.pro, вот тихо, просто тихо, не законтролили. Тихо, просто, ну не законтролили одного кейза, один врыв, он законтролил кейза, но вот со Знилом тут уже не попадаться, было 10-7. Ну вот здесь уже можно в принципе говорить о том, что надо придумать Virtus.pro против дефенса Дудут, потому что наглость в определенный момент. Ну вот на самом деле в такой же наглой манере залез Эвил, когда забрал он двоих в тэшке, после чего еще убил последнего. Вот точно так же зашел он с ворот, убил одного, потом убил в тэшке, потом еще кого-то. Вот так же ворвался и кейс, и Виртуса тоже к этому были не готовы. Ой, как не готовы. Ну тут смотри, снова один калаш, 4 дигла, минус хаос сразу. Просто Пронокс ему сходу залепил в юку. Так, ну и опять будут выходить на Б, надо включать кого-то, кто принимает. Ну вот тут так... Не, Хуча слеп, Хуча слеп. Тут конечно, он... да, рано. Рано пошел, но шанс был у него здесь. Так, ну и пошел заход на Б, сразу под кучу флешек будут выбивать... Товарищи шведы, но... Вот тут кто-то пишет, начинается немецкая короткометражка. Как бы вот русское кино, немецкая короткометражка. Ну вот кейс опять в морозе. Ну смотри, есть еще шансы на того, чтобы взять раунд. Ну сейчас если... Вот, все, Кучер вышел, все, надо брить очко, отлично. Ну и все, осталась щепка, щепка, там Хуган. Убей его! Вот нет, так вот. Но Кучер вот показал. Показал, ты... где... Где Севастополь, а где раки должны зимовать. Очень такой волевой раунд был только что. Были 3 в 5 на самом деле, когда выходили на Б, после чего вот безобразная игра опять-таки же от шведа. Вот уже можно было большинство разыграть поинтереснее, но вот... Ну, они, наверное, просто думают, что сейчас. Знаешь, как раньше постоянно шведы играли, вот у них это осталось, по-моему. Когда они играли всегда с командами из СНГ, да час, да ладно, ну вот на такой волне, да? И у них это просто продолжается, они просто думают. Вот здесь надо Virtus.pro просто взять и ему обломать все. Просто вот час 5 подряд и... Не знаю, все фанаты команды Virtus.pro останутся довольны, по-моему. Ну, конечно. Такой игрой коллектива. Ну, по крайней мере, это сейчас единственная команда вот в СНГ. В СНГ в России. Вот, которая, по-моему, как-то готовится в 1.6. Ну, кассу уж точно к финалам, я надеюсь. Она будет готова, особенно к зимним. Зимой будет весело. Юрий, не желаешь ли ты сделать камбэк в большой Counter-Strike на финал Асуса? В декабре. Не желаете ли вы взять сломоботом квоту и пофаниться неплохо? Ну, я думаю, если вот ребят не пройдут в этот раз, то я думаю, мы испытаем судьбу на Ване. Окей. Так, ну что, тут Лекс. На
опять с подъема зашел на флэн, забрал кейза, все в порядке. Ну тут, в принципе, ничего не придумывали, как бы вот, шведы спокойно как бы сыграли свой караунд, думали посидеть тут, посидеть там, где-то пытались урвать свой бонус, но не вышло. Ну, образцовая игра в антек режиме от Virtus.pro. Не крайне, конечно, образцовая, но есть в ней что-то такое. Ну и звездный час Evil наступает вот прямо сейчас. Вот он. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зажал, хорош. Ждет второго парня. Давайте посмотрим. Второй пришел, знил, и все. Все круто. Все круто. Посмотрели. С Валхаком. Бывает. Ну, кстати, игра переворачивается вверх на голову периодически так вот. Ну да. То одни возьмут какой-то сумасшедший раунд, а другие. Ну вот, вот именно шведы и берут сумасшедшие раунды. Вот они берут сумасшедшие раунды. Ну, Virtus.pro тоже 3 в 5 взяли раунд такой непростой. Вот когда Эмиль остался 1 в 2, отдал 2 отличных хедшота и тоже такой, знаешь. Ну, они здесь уже почувствовали соперника. Как у него пишут. СламВХ, фу. Отличный комментарий. Читерок. Я просто посмотрел, будут ли они выходить, будут ли они стоять ждать кого-то спины. Мне интересно, так, было, смотри, ну не такой себе и хороший бай у команды. И Швеции, вот есть у них три Фамаса, минус Хуган, все, там знают, есть не парочка, ой-ой-ой, ты посмотри, Вилл! Ну, из Нилс Фамаса опять зашел, божи. Нет, зашел он на ура, он должен был убивать, но не убил, в итоге кривой размен, мана ласт, два в одного, Хуч ставит пакет в точке, Лекс подъем, мана, ну вот как сейчас мана сыграет, непонятно, в итоге, вот Лексу, вот если бы сейчас Митя, вот если бы сейчас Митя не поставил хедшот, вот если бы он не открылся вместе с Лексом, стреляться было бы вообще. Был бы сумасшедший раунд. Было бы весело, если был бы дабл. Да, было бы очень весело. Каким-нибудь, знаете, прострелом... Каким-нибудь прострелом. Спасибо за комментарий про Мун. Очень, очень повеселил нас, правда. Я тебя даже банить за это не буду. Очень смешно. Нет, ну уже забанили его. Это не я. Это не ты. Это все не ты. Конечно же, не ты. Так, ну мы продолжаем смотреть за матчем Virtus.pro против команды Dut. 13-7 счет. И пока, ну, все более-менее ровно происходит. У ВП какие-то раунды они отдали, но за исключением сумасшедших жестких. Так, здесь сразу сбивают ступеньки, минус ящик. Ну все, тут шведы поплыли, тут уже все понятно. Смотри, 70 кп, чтобы открыться против двух, в итоге все, флешки, дымы, выход плен. Тут у шведов не пойми что, Хьюган Ласт. В яме, ну и ты суси, ты в своей яме не ходи никуда. Ну надеялся, что хоть кто-то придет к нему, но в итоге. Ну никто судьба. Не пошел. Никто не. Ну, как смотри, красиво, смотри, как красиво. Как он просто выпил. Он просто прыгает своим пуколом и такой, как я умею. Ну. А ты так точно не умеешь. Задом распрыгиваться. На пивко? Ну, на пивко нет. Я же не пью пивко. На кока-колку? На кока-колку нет, я же кока-колку не пью. Тогда давай на сачок березовый. Давай на фанту 2,5 литра. Давай. Ну, два и еще пол. Итак, дорогие зрители, Свэм в течение вот сразу же после нашего матча будет публично распрыгиваться спиной. Все мы за этим будем наблюдать, так что никуда не уходите. Ну и проставится Свэм, я думаю. Тебе-то нет, конечно, то что. Проставишься, ты мне еще должен. Не-не-не-не-не. Ты очень ошибаешься. Сейчас Хуган будет центр собирать, смотри, там уже пошел вот этот ВП. Кейс минус Лекс, не, ну Хьюгану, конечно, с таким ВП здесь делать нечего было совершенно. Надо было менять позицию на Б. Помогать парню на Б, либо с Б потом дефенсить точку, но никак не выходить. Ну вот что-то Лешу не прикрыл его тиммейт, только что вы должны были. Хаос находил в расчете. Кейс закрыл нормально. Там просто не было бы видно все равно. Ну, знаешь, вот типа, когда вот играет про команда, то ребята должны выходить так. Один прикрывает одному лево, другой право. Ну и вот так не получилось. Хаос почему-то побежал, а другой уходил назад. Ну вот. Недопонимание вот видно у игроков команды Virtus.pro. Ну, в меньшинстве, но они смогут что-то, думаю, сейчас предпринять. Легко можно тащить такие раунды, абсолютно легко. Уже вот есть задумочка на кейс. Преимущество в одного игрока. Ой, это вообще... Вывело. Так, там спалили прострел, рекламу, флеш в лицо, все, парыч закрыт, Хуч дает фраг, Ивел закрыл все-таки точку. Ну, вот Virtus.pro. Убрал, кстати, бомбардировать тут, как бы без Нила будет тяжко. Ну и пока 14-7, ровно более-менее. Да и кейс уже, смотри, красный. Значит, с начала раунда тут уже вот ситуация полностью перевернулась. Virtus.pro были в меньшинстве, тут уже в большинстве и комфортно себя чувствуют. Кейс в этом раунде сыграл очень хорошо, но вот его тиммейты, к сожалению, подкачали немного. Хотя Пронокс с ВП не сдается, пытается вот что-то здесь делать против Гуся. Посмотрел, открылся, не заметил. Хуч минус кейс, все, длину забрали. И 1 в 2 авик, который просто берет и уходит на КТРС, посейвить. Ну, правильное решение. Единственное плюсовое решение, которое можно было сделать в этой ситуации, и то ему тут сразу дали по башке. Не, Митя не отпустил. 15-7, Virtus.pro ничья, и последний раунд просто... остается взять команде From Russia. From Russia and Ukraine. And Ukraine. Ukrainian mix. Or Russian Federation
Миксейшн. Надо просто придумать, не знаю, славянский флаг. Флаг славян. Вот. Ну, нормальных славян, как бы. Украинцев и русских. Давай вот приблизительно вот представим, как это будет выглядеть. Ну, это будет выглядеть просто русский флаг. И все нормально. Я просто троллю Юрца, друзья, не обижайтесь, я ничего плохого не хотел сказать, если я задел ваше чувство, как это назвать даже, не знаю. Патриотические. Патриотические чувства, то я этого не хотел делать. Но если я все же их задел, то извините меня. Не знаю, соберитесь все-таки, так шутить будут много и часто. Ну что, минус манная, вот Митя здесь сейчас образцовый выход показал по парапету, чтобы еще и прочекать все углы, в итоге ставится бомба. Ну, тут маловероятно, что шведы отобьются, кучер забрил сразу. Беда, бедняжку Кейс еще по-прежнему не согласен. Ну, Кейс старается, видно, что старается, у него там даже, наверное, статистика неплохая. Но Эмиль старается поинтереснее. Да, ну и в итоге 16-7, друзья, в этом матче для Virtus.pro, как видим, одерживают они победу. Поздравляем этих ребят с этим. Кстати, играли они, вот мы на пинг-то не посмотрели, играли они с нормальным пингом. 50-31, ну и статистика матча по оружию для вас. Буквально несколько секунд. Ну а мы уйдем в рекламную паузу и вернемся через несколько минут. Через несколько минут к вам в эфир. Я и Страйк. И может быть кого-нибудь приведем из арены. Не убегайте, Свемчик будет прыгать спиной за отличную бутылочку Фанты.